Друзья, итак, сегодня я вам расскажу, как же сделать правильно резервные копии на вашем устройстве в iCloud или же на ПК через iTunes. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, первое, что вам нужно знать, если вы будете делать резервную копию iCloud именно на вашем устройстве, вы, конечно же, потеряете несколько гигабайт вашего устройства. Почему? Потому что резервная копия хоть идет в iCloud, но она будет все равно отниматься с вашей общей памяти. Как ни крути, каждая резервная копия будет автоматически произведена при 100% зарядке и когда вы на ночь ставите подключенным к Wi-Fi. Поэтому советую это делать через iTunes на ПК, вы можете ее там выгрузить на ПК, зашифровать. Ну, в принципе, сейчас я вам это и покажу. Ну, как же сделать резервную копию в iCloud? Переходим в настройки, верхняя плиточка, нажимаем на iCloud и нажимаем на резервная копия. Вам ее здесь нужно активировать, и все, и ваша резервная копия будет делаться тогда, когда вам надо, либо сами можете делать в удобное для вас время. Итак, друзья, для этого нужно подключить ваше устройство к ПК, открыть, конечно же, iTunes и сделать резервную копию. Обращаю ваше внимание, что лучше всего делать на компьютере, зашифровать ее, ввести код, пароль и все. Это будет очень благоприятно для вас и для вашего устройства. В случае того, если что-то пойдет не так, вы сможете восстановиться. Вот и все, что вам было нужно знать. Если еще есть какие-то полезные вопросы, задавайте, отвечу. Еще хочу сказать, что ваша общая память iCloud, она также синхронизирована с файлами. Все, что вы туда выгружаете, она корректируется на ваше устройство. Все равно там она будет забивать память. Поэтому советую делать это все на ПК через iTunes. Зашифровали, и вы не переживайте, что ваши данные где-то денутся. Вот и все. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.